любому человеку нужен тыл. Семья, друзья, рыбалка, книга, дача. Места, где он бы от войны остыл. Беседуя, леча, любуясь, плача. Нужна возможность спрятаться от всех. Стать беженцем, хотя бы на немного. За тишиною следует успех. За размышлением промышление Бога. Любому государству нужен тыл. Богатые сердечные селения, где раненые наберутся сил, где возрастает хлеб для наступления. Нужна возможность спрятать от врагов науку, руководство, производство, творцов мелодий, кинофильмов, слов, талантородства и животноводства. Благодарим, великий Казахстан. Эвакуаций и репатриаций тяжелый крест был Богом ему дан. Сплетение языков, религий, наций. 3 миллиона новых сыновей приняли степи в горном обрамленье. Гостеприимной чуткостью своей казахи врачевали разделенье. Красавица моя Алма-Ата вдруг сделала с Москвою, Ленинградом, Тяньшанских гор святая красота приравнена к лекарствам и наградам. Любому начинанию нужен тыл, священный опыт прежних поколений. Желаю, чтоб никто не позабыл военных огневых преодолений. Нужна возможность спрятать, сохранить от наглой лжи истории страницы. Давайте не разучимся любить, прощать, общаться, жертвовать, молиться.